Девочки, сегодня я бы хотела рассказать о помадке L'Oréal Rouge Catrice, что ли, как-то так она называется. На самом деле на ней никакого обозначения нет, просто Rouge. Вот она вот здесь, вот на одном сайте я нашла, Carisse, по-моему, так называется. Вот она такая бежевая и, может быть, даже чуть-чуть как блестящая. Но на самом деле блесток тут нет, сводч вот так вот выглядит. То есть, видите, она такая как влажная. Неоднозначно у меня мнение об этой помаде. Во-первых, здесь нету никакого обозначения, кроме номера 501. Цвет вот такой вот с блестками, даже видно на оболочке. На самом деле он просто влажный, либо очень мелкий-мелкий шиммер. И что я хочу сказать об этой помаде. Действительно, мягкое покрытие, но у меня она очень быстро исчезает. Хотела бы я поинтересоваться у вас, если у вас есть такая помада. У меня она держится буквально 10 минут, и потом ее на губах просто нет. Хотя L'Oréal говорит, что она достаточно устойчивая, придает невероятный блеск. Ну, вот я могу на себе ее показать. Вот. Уже конец дня, можно сказать. То есть она такая имеет бежевый оттенок. Ее можно носить даже без зеркала. Вот я наношу без зеркала. Удобная вот эта упаковка. Но вопрос в том, сколько она должна держаться. Стоит она 400 рублей, а не держится вообще нифига. Поэтому вопрос такой. Сколько она должна держаться? Так, и вот она еще вот здесь я ее нашла. Вот она вот так вот выглядит. Я ее покупала в Риф Гоше. Поэтому, если у вас есть какие-то, может быть, комментарии по поводу этой помадки, буду ждать. Всем пока!